Не пробить. Да ну. Ну все. Давай как на орага, дружище. 3, 2... Труд! О, эта ведьма ободрала тебя до самой коры. Знаешь, мы бы пришли раньше, но торопыга... Хорошо, что ты с нами, и осталось найти выход. Видно, Грут знает дорогу. Эй, погоди. А что происходит? Не молчи! Ты в порядке? Заткнись, Квилл. А я-то что? Ты настоял на этом дурацком плане. А теперь эта королева чудищ его... Я не знаю. Может, древо околдовали? Эй, Грок, не молчи. Что эта банонолюбка с тобой сделала? Грот. О, черт. Стражи галактики. Вы, глупцы, решили обмануть меня и не понести ответственность. Грут. Я есть Грут. Интересно, кто из вас додумался посвятить в этот абсурдный план самого Флора Колоссус? Зовете его другом, но не знаете самой его сути. Упустили тот факт, что он... Совершенно не способен лгать. А я говорил, он не сможет выдать себя за монстра. К его чести, он не сдавал вас почти что целый час. Леди Халбендер, я взываю к достоинству. Я сражусь с вами лично. Достоинство? Ха. Твой вызов — пустой звон, разрушитель. Вам не удастся избежать моего гнева. Знакомая песня. Обитатель! Время пировать! Настоящий монстр! Будет по-настоящему мертв! Избавим его от лишних конечностей! Не прячься за своим питомцем, леди Хелмер! Просто сосредоточься на этой твари! Может быть, мы все обсудим? Звук твоего голоса ее только сердит. Признаю, это был не лучший план. Боюсь, корпус Унова вы не заплатите. Подлечись. Смотри за ней, Квилл. Она была на обеих сторонах. Мне вот не нужно вставать на чью-то сторону, чтобы драться. Мне просто нравится взрывать этих срывомордов.
Ну да, я понял. Сражаетесь с ними, и у вас кровь закипает. О, да. Но если слишком увлечетесь, то сердце лопнет, и мы проиграем. Придерживайтесь плана, и мы их размажем. Кто со мной? Мудрые слова, Питер Квилл! Не терпится с ними разобраться! Да! Ну, за ними! Задави их, малыш! Это второстепенная проблема. Достойная битва, леди Холмэн! Твои слова! Ничего! Победить в таком бою, Питер Квилл. Скажи всем отступить, чтобы я закончил в одиночку. Ну уж нет. В одиночку этот бой завершу лишь я и мой клинок. Я есть Грут. Народ, хватит вот этого в одиночку. Мы команда. Вместе мы сильнее. В этой драке мы за друзей стоим горой. Именно так мы сейчас и победим. Кто со мной? Ощутите мой гнев! Плохо, Питер! Время... Да! Вперед! Ракета! Подрывай! Задави их, малыш! Ты не отступай! У нас преимущество!
Покажи им, что ты можешь! Устрой нам салют, ракета! Достойная битва, леди Фабера! Что ты меня... Драк, давай! Готовься к смерти! Ты не знаешь, где связана тямочка? Пока рано радоваться! Снаружи они восстанавливаются! Эй, по внутренностям! Так это в совет универсаль! Давненько я ничего не взрывал! Давно я никого не нарезала! Давай, тряхни своими ветками! Друг передает спасибо! И я тоже! Что они с тобой сделали? Пора с ними закончить. Залей их огнем! Они тяжелые и горячие. Ха, ясно? Их можно использовать. Да, если хочешь поджариться. Моя великая сила не используется. Конец близок, глядя в рубан! Не теряй бдительности! Пришпиль его в рот! Гамора, вперед! Сейчас устрою! Берегите бомб! Нельзя обратить их против чудовища! Разберитесь с рисунчиком! Надо сосредоточиться на шипах внутри! Железка не главное! Обрати внимание на взрывчатку! А я погибну здесь! Да! Погубить твое же оружие! Прикончим его! Так, еще рывок! Рвать больше нечего! Хочешь увидеть салют? Эту взрывчатку можно охладить! Но сейчас говорите на автомате эти металлические штуки внутри! Почувствуйте жар! Страшно! Ядро сейчас сорвется! Ракета бомбит! Запусти меня на этих глупцов! Я отрезаю, а оно снова отрастает! Эй, по внутренностям! Так этот совет универсальный!
народ! Мы победили! Они живы! Приведите зубаря! Скорее все по байкам! Не выбрались. Вперед! Пристегните ремни! Вот это по катушке. Нет повода ликовать. Мы ужасно ошиблись. И ужасно разбогатели. Никто не избежит гнева леди Халбанда. Мы видим. Что за... Я соберу ваши кости, стражи галактики. Она будет неотступно нас преследовать. Да и хвост с ней.